Давайте хоть с Рексом подеремся, что ли. Уже, блин, я засыпаю. Ломает. Мордаса меня. К скале уходит. Ох, друг друга только не бьется. Этот еще сюда бредет, зачем-то. Кто? Да, большой. Посмотри, один. Есть идет. Так у нас может наступить. Сверху не видно, что ли? Ну так здоровый. Кто следующий так бьет? Кто говорит, следующий бьет? По очереди, по очереди. Мы друг друга шатаем. Вот так вот, да, ушатываем друг друга, спасибо. Слышь ты. Регине стаминку. Бегу. Красивый шрам. Че, в воде? Крокодилов кормит? О, капрал вреда подкинула. На камушек. Да, да, на камушек. Ну, на камушек. И как его оттуда доставать? Уже слез. Валентина, ты че? Плывал бы уже. Не сюда плыви. А он тоже плавает, разворачивается тяжело. Беги! Крокодил! Крокодил! О, сейчас крокодил его съест. О, крокодила! Все, Гагарик. Что-то мне подсказывает, что это Мелисса и Акон. Они его поломали, кстати. Да, добиваем, или мы уже не можем? Можем, что не можем. Как не можем, у нас же. У нас же будет, они вмешались. Беги! Ползаю, ползаю, ползаю. Прыгай вниз. Все, минус. Кто у нас? Кристина умерла? Кстати, крокодилом. Крокодил дополз. Ой, крокодил. Господи, я чуть-чуть... Осторожней. Я думал, это наши. Покусает. Крокодилу упасть не взлез. Не, на крокодила я точно не полезу. А это не Кристина умерла, а кто умер-то? Ну вот этот, который бы спать, это был с... Левый? А чё он лез-то? Ему же не имел права говорить. Крокодил, кстати, на наших тоже. Ну он обязан на обе стороны нападаться. Не попал. Крокодил? Крокодил. Второй идет аккуратно, второй крокодил идет. Вот справа от меня. Так. Крокодил вроде развернулся. Ой. Так, я выйду из пати, чтобы хилиться. За крокодилами смотрите там. Да, кстати, тоже надо выйти, чтобы он... Ой, вот это ты пнула. Бегите, бегите, бежит, Рекс. А он догоняет? Нет, но... Может, проспишь и догонишь?
Очень сильно тэпает. Что-то лагает. Да. Тэпает вообще я. Почему в рот нет? Кристина, ты у меня пробежала вперед, а потом тэпнул снизу. Ну, у него уже экранчики пошли. Да. Ну, крокодилы помогли. А потому что народу много тэпнулся, да? Ой. Бегу, бегу. Попал? Да, видно. А крокодилов не видно? Они уползли обратно к воде. Блин, как там тут елочка тут встал, нифига не видно. Темно. Здесь кто-то стоит вот это в кустах. Крокодил, что ли? Нет, это тоже щечка. Тут дудошка еще носится. Не-не-не, там не дудошка, типа это. А, это церочка побежал. Я и спать его видно. Ходите, хититесь так. Вообще криптус глядит. Мне кажется, он уже тут два криптуса. Ага, залез на камушек, да? Угу. Это эти. Криптовалютчики пришли. Ломанулся, он ломанулся. Экранчиков, капец у него. Крокодилы, где вы? Зачем нам крокодилы? Не надо нам крокодилы. Доедайте. Он тут как раз хорошо сел. Крокодилы сейчас из воды вылезут. И все. Ребята, поднимемся, что вы Тесла улетел. Нет. Не, живой, я думал, ты... Нет, я все рассчитал. Чуть от воды отойдите просто. Ну я тут не поворотом, я туда не полезу. А тут смотрите, у воды близко не подходите, там как один ждется. Что на стирке там даже стоит. Все? Убил? Вниз. Тут ко мне улетел. Кто? Ты улетел? Не-не-не, улетел. А на что потом пойдем? Не знаю, я, наверное, потом на выход. Так, а чё это идёт? Аргентина, она ж не имеет права. Я попью водички. Давай. Так, сверху там не достать. Сарко. Ну пока течёт. Жрет. Можно, конечно, перекус там встать и накусывать, и умереть достойно. Было бы отлично, если бы Валентинова добил. Так, смотри, Кристина, аккуратно. Помер? Застрял, что ли, Валентина? Да, ты в камушке оказывается. Он, Кристина, может, хвостом его. Бабка еще. Попал я, поможете, пока он кричит. Ой, зря. Бей тогда уже. Просто бей. Забили? Я минус. Раза три ударил. Я тоже раза три ударила. Так что он ваш.
Кранчики у него хорошие. Всем спасибо, всем хорошего вечера. Жив. Пока. Кто остался? Рекс. Так добивайте. Я еще живая, я еще живая.